Здравствуйте, ребята, и сегодня мне хотелось бы с вами поговорить о демократии. Сегодня мы часто употребляем это слово и не всегда, наверное, понимаем, что же оно означает. А происходит оно из двух греческих – «демос» – «народ» и «кратос» – «власть», и означает «власть народа». Вы уже проходили историю Древнего Востока и знаете, что в этих государствах власть принадлежала могущественным правителям – фараонам и царям. В Древней же Греции, в VI веке до н.э., власть принадлежала всему народу. И чтобы понять, как греки этого добились, мы с вами туда и отправимся. В центральной Греции, на равнине Аттики, окруженной горами, раскинулся величественный город Афины. Сейчас это столица Греции, а раньше это был один из городов-полисов. Население Афин делилось на две категории. Это свободные люди и рабы. Рабы тоже делились на две части. Рабы-чужеземцы и рабы-должники. Свободные же люди состояли из знати, аристократии и простого народа, демоса. Аристократия с помощью законов и правителей, которых выбирал Ареопаг, совет знати, постепенно захватывала все лучшие и лучшие земли. Простым людям все чаще приходилось брать в долг у богачей. Если же долг не отдать вовремя, то сам крестьянин, его жена или дети могли попасть в долговое рабство. Демос в управлении не участвовал, а аристократия правила так жестоко, что все чаще в Афинах вспыхивали восстания. Бедняки вооружались дубинами и кирками, начались кровавые столкновения. Аристократия решила пойти на уступки и, созвав народное собрание, в котором принимали участие все жители Афин, они выбрали правителем Солона. Его уважали и богатые, и бедные. Богатые уважали за то, что он был состоятельным человеком, а бедные — за то, что был честным. Перед Солоном стояла тяжелая задача — примирить общество и не допустить гражданской войны. Прежде всего, Солон велел снять долговые камни, тем самым запретив продавать свободных людей в долговое рабство. Кроме того, все мужчины Аттики были объявлены гражданами и получили право участвовать в народном собрании, где изъявлялась воля всего народа, а не знати, как это было раньше. Судьей и правителем мог стать каждый желающий. Кроме того, в Афинах были заложены принципы современного суда. Гласность – каждый человек мог прийти на судебное заседание. Состязательность – по очереди выступали обвиняемый, обвинитель и свидетели. А судьи принимали решение, выслушав всех, с помощью тайного голосования. Каждый должен был выбрать один из двух камушков и опустить его в сосуд. Белый означал невиновность, а черный – обвинение. Своими реформами Солон не смог угодить абсолютно всем. Да это, наверное, было и невозможно. Богатые ненавидели его за то, что он отменил долговое рабство. А бедные не взлюбили за то, что он не произвел передел земли. Солон вынужден был уехать из Афин, однако именно его законы заложили основы современной демократии. Расцвет демократии обычно принято связывать с именем Перикла. Это был крупный политический деятель. Он имел привлекательную внешность, которую слегка портила продолговатая голова. Именно поэтому скульпторы изображали его всегда в шлеме, а враги прозвали Головастым. Он обладал отменной выдержкой и был настолько прекрасным оратором, что даже его противник на вопрос, кто более из них искусен в споре, отвечал: «Если даже в борьбе не удастся победить Перикла, то он сейчас же встанет и убедит всех присутствующих, что это я, а не он, лежал на обеих лопатках». Перикл был очень целеустремленный человек и не занимался ничем, кроме государственных дел. Жители даже шутили, что он знает только две дороги – Народное собрание и Совет 500. Именно за эти качества Перикла убирали 15 лет подряд на высшую государственную должность – первого стратега. Реформы Перикла продолжили развитие демократии в Афинах. Одним из высших государственных органов власти наряду с Народным собранием был Ареопаг. Его представляли 9 архонтов.
Раньше они избирались голосованием. Теперь же, чтобы добиться абсолютной честности, Перикл решил отменить это голосование. Теперь чиновников избирали с помощью жребия. Для этого брали два сосуда. В одном находились таблички с именами кандидатов, а в другом – белые и черные бобы. Если при оглашении имени кандидата из второго сосуда попадался белый боб, то кандидат считался выбранным. Следующие реформы Перикла коснулись прав населения. Теперь, по его настоянию, гражданином Афин являлся только тот человек, чьи родители были коренными жителями города Афины. Для малообеспеченных жителей он ввел зарплату на государственные должности. Это прежде всего коснулось судей, которые очень много занимались государственными делами и не были в состоянии обеспечить иногда свою семью. Теперь из казны они получали достаточно небольшое вознаграждение, на которое могли содержать небольшую семью. Перикл считал существовавшее положение вещей неправильным и поэтому постарался это исправить. Также он сумел добиться выплаты пособий для сирот и инвалидов. За все эти реформы благодарный народ прозвал его отцом афинской демократии. Очень многое Перикл сделал для того, чтобы превратить Афины в красивейший культурный центр. Именно при нем началась реконструкция Акрополя, где находились основные храмы, хранилась казна и оружие. Еще свежи были воспоминания о недавних греко-персидских войнах. И поэтому многие памятники, например, статуя Афины или храм Парфенон, должны были символизировать победу греков в истории. На строительстве работало огромное количество жителей Афин, и поэтому была решена проблема попрошайничества. Теперь каждый мог получить работу. Если Акрополь создавался как культурный центр, то вся политическая и экономическая жизнь протекала на горе, главной площади Афин. Здесь можно было встретить любой товар и отдохнуть после покупок в тени портиков, полуоткрытых помещений, крыши которых поддерживали колонны. Здесь же находилась резиденция афинского правительства и судей, а рядом с ними были высечены в камне законы афинской демократии. Реформы Солона и Перикла сделали Афины самым могущественным государством Эллады и заложили основы современной демократии. Как вы думаете, какие порядки в Афинах при Перикле вы могли взять с собой в 21 век, а какие не вызывают вашего одобрения? Это и будет вашим домашним заданием.